9 января, и сегодня на Ледовом катке вас ждет ночной клуб «Шоколад» со своими резидентами. Пойдемте знакомиться с диджеем и МС, и, конечно же, с лучшими ребятами, которые пришли повысить свое настроение. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a groove is gonna satisfy my soul. Let's have a party. Или вы раньше тоже приходили? Ну, приходили, но я вообще занималась фигурным катанием. Какая молодец! Со мной находится рядом резидент ночного клуба «Шоколад» DMC Иванов. Привет, Илья! Здравствуйте! Расскажи, как тебе обстановка на катке? Что вы запланировали ночным клубом? Ну, во-первых, я очень удивлен. Сегодня по-настоящему много молодых, таких ярких людей, которые, я вот удивлен, что они не новички, как я вижу, они очень классно катаются и более еще виртуознее падают, чем катаются. Сегодня день студента, сегодня день Татьяны, мы приготовили яркую шоу-программу, мы сегодня и танцуем на льду, и падаем, и на скорость, самые разные будут моменты. А также, конечно, от ночного клуба «Шоколад» сегодня выступают лучшие резиденты, диджей Зинков, диджей Аризгу, диджей Макинтош, я также с вами. Геометрия Ай, всем удачи, всем счастья! Chicken in the middle of the room, let's have a party. Отпадное настроение! Вам нравится кататься? Как ваше настроение? Очень отлично! Просто класс! В тот раз был вообще бомба! В следующий раз тоже приду! Вечеринка, во! Классная! Буду сюда приезжать на каждую вечеринку! Я не из Ялты, но ради этой вечеринки приехал сюда! Партнерами серии наших вечеринок является бутик флористики «Цветы у моря». Медиапартнеры – женский журнал «Каприз», модный глянцевый журнал «Style Time» и журнал «Вся Ялта». Официальным партнером является компания «СМ». Над образом ведущей работала дизайнер Маша Башлакова и студия фотоискусства «Стиля и макияжа Классик». Заберите меня кто-то отсюда, ребята! Тебя пока дозовешься вообще? Да ладно.